Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! Сегодня я буду поделиться с вами своими знаниями и своими навыками, как вязать глубокую круглую вырез горловины в реглан погоне сверху. И в этом образце я стараюсь вам объяснять все нюансы и нужные моменты провязания этого реглана. Реглан погон сам по себе, название говорит, что в области плечи у нас образуется регланная линия, как в виде погона. Реглан погон, друзья, можно вязать и сверху, или снизу. Вид будет почти одинаково. Какой вам больше нравится, и так будете вязать. Преимущество реглан погона: передняя часть и спинная часть кофточки образуются целое. Когда узор будете здесь вязать, и узор у вас будет вот так целое идти до плечи. И по переду, и на спинке. А сам по себе реглан линия вот так образует вот такой легкий наклон в области плечи. Это как раз нужен для формы тела человека. В реглан погоне рукава, друзья, получаются в виде костюмные рукава. Когда вы одеваете, она у вас будет лежать как рукава в костюме. Поэтому, может быть, некоторых вот этот вид реглана привлекает. Я вам в этом видео даю, как мы создаем схемы для этого вида реглана, как мы здесь вяжем укороченными рядами легкий вырез для спинной части горловины, и как мы здесь оформляем росток, сокращая петли по переду, и как здесь оформляем регланные линии, как будем расширять наши рукава и как мы добавим петли для подреза, именно имея расчеты. Друзья, мы создадим схему для реглан погона. Соответственно, 70 сантиметров длина нашей горловины, у нас будет 140 петель. Теперь мы должны распределить вот это 140 петель на эту спинку, погоны и перед. Для этого как мы распределяем? 140 мы делим на 10 части. Если у вас получается здесь хоть как количество петель, вы делите на 10 части, и у нас получается 14 петель. Одна часть у нас получается 14 петель. Исходя из этого, мы здесь определяем количество петель по частям реглана. Это вот здесь у меня написано. Это универсальные расчеты для распределения петель в реглане погона сверху. Вот для спинки распределяется 3,8 частей. Значит, мы вот эту сумму умножаем на вот эту часть 14. И у нас получается 53. Значит, петли спинки у нас получается 53. Вот мы здесь напишем. Две рукава у нас будет половина части. Значит, мы умножаем опять 14. У нас получается 7. А мы вот это 7 мы должны разделить на 2 рукава. Чтобы получилось закругленно, мы вот это берем 8, и на 2 рукава будет по 4 петли. Значит, для погона у нас получается по 4 петли. Теперь для переда у нас получается 5,7 части. Для этого мы умножаем на 14, и у нас получается 79 и 80. Проверяем, чтобы когда мы
от 40, вот отнимаем 4, 4, 53, сколько петель останется. И это будет доля переда. У нас останется 79. Значит, перед у нас здесь 79 петель. И когда мы все эти цифры суммируем, у нас получается 140 петель. Вот, вот таким образом мы образуем схему для реглан погона. Еще одну вещь хочу я вам сказать, друзья. Вот реглан погоня у нас сейчас получилось по 4 петель. Если вы хотите побольше петель в реглан погоне, количество петель, которые вы хотите добавить на это 4, вы можете взять половину от спинку, половину от переда. Или наоборот. Таким образом, вы можете спокойно регулировать вот эту петлю погона, которую вы хотите. Теперь, друзья, как мы образуем росток со сокращением петель по переду? Это мой новый метод образования ростка, который я сокращаю петли по переду и образую росток. Для этого от 79 отнимаем 53. И останется 26 петель. И 26 петель мы разделяем на 2. У нас получается по 13 петель. Значит, мы с правой стороны должны сокращать 13 петель. И с левой стороны должны сокращать 13 петель. Когда мы с обеих сторон сокращаем петель 26. И у нас перед будет равняться спинку. Теперь, друзья, каким образом мы сокращаем вот это 13 петель? Для этого 13 мы разделяем на 3 части. У нас получается 4, 4, 5. Вот у нас получается 13 петель. Таким образом. Значит, здесь у нас разделяется 4 петель, 4 петель и 5 петель. С этой стороны то же самое. 4, 4, 5. Теперь мы вот это первые 4 петли, которые на стороне погона, вот эти петли мы сокращаем, не провязывая. Каждый раз мы сокращаем петли, но провязывания петли здесь не будет. Это я вам сейчас на практике покажу, вам будет понятнее. А следующие 4 петли, по одной петле мы сокращаем и по одной петле мы провязываем. А следующие 5 петли, по одной петле мы сокращаем и провязываем по 2 петли. С левой стороны аналогично то же самое. Это как я вам сейчас на практике покажу. Кто следит за моими видео, у меня есть отдельное видео, как образовать росток в глубоком вырезе горловины. И у меня там показывается в таком виде, как петли одну сокращаем, одну провязываем. А в следующем пятерку мы одну петлю сокращаем, две петли провязываем. Но на этом видео я вам все заново покажу подробно на практике. И здесь у нас вот сокращаются по одной петле, но не провязывая. Это для всех вас будет новость. Я это вам на практике объясню и покажу. Для чего это нам нужен? Вот таким образом, сокращая петли, чтобы образовать росток. Я это вам немножко коротко объясню. Вот у нас погоны, и у нас перед начинается. Перед, когда посмотрим, у нас вот определенная часть переда идет вот так вертикально, друзья. А потом определенная часть переда, вырез, идет с легким наклоном. Вот так. А потом определенная часть идет более
сильным наклоном. И здесь уже потом соединяется. Таким образом мы образуем круглый и глубокий вырез горловины по переду. Значит, здесь у нас, когда идут по вертикальной, идет наше вязание 4 петли сокращения без провязывания с обеих сторон. А здесь, который у нас идет с несильным наклоном, соответствует сокращение петли с одним провязыванием с обеих сторон. А следующее сокращение у нас соответствует сокращению по одной петле с двумя провязываниями. А здесь в центре у нас идут петли, не участвующие в образовании ростка. Вот видите, вот таким образом, когда мы вот так делаем эти манипуляции сокращения провязывания с ввязыванием полукруга, и у нас вот так образуется здесь такой красивый глубокий круглый вырез горловины. Еще мы должны образовать легкий вырез горловины со стороны спинки. Если мы не будем создавать здесь вырез, у нас спинка получится вот таким образом. И это у нас дает неправильную форму кофточки при одевании. Для этого мы и со стороны спинки так образуем легкий вырез. И мы создадим этот вырез насчет ввязывания укороченными рядами. Это как, я сейчас объясню. Для этого вот у нас реглан погон, вот спинка у нас и перед. Вот спинка у нас 53 петли. И 53 у нас, когда мы разделяем на ровную половину, это у нас сторона будет 26 26, и в середине останется одна петля. 26 мы разделим на 6, и у нас получается по 4 петель, и еще здесь останется 2 петли. Вот когда мы спинку делим таким образом на 6 части, и каждый час у нас будет образоваться по 4 петли. 5 5. Вот таким образом мы на эту половину так делим, и эта половина тоже самое аналогично будет 4 4 5 5. Вот таким образом мы визуально их делим на 6 частей. И мы вот это после реглан погона с обеих сторон, и вот здесь, и этой стороны, для образования углубления на спинке горловины, здесь берем вот эту первую, вторую и третью четверку, и будем вязать эти петли по 4 укороченными рядами. Это как? Я сейчас вам как схематично объясню и на практике покажу. Мы начинаем ввязывать вот отсюда, и мы приходим вот сюда, сокращаем одну петлю и поворачиваем нашу работу на изнаночной стороне. Уже мы охватываем наши 4 петли укороченными рядами. Опять мы вернемся и здесь приходим опять по переду, опять сокращаем одну петлю и опять вернемся на изнаночной стороне. Теперь в следующий раз мы захватываем следующую четверку. И вот таким образом мы опять вернемся к переду и сокращаем еще одну петлю.
опять пойдем на изнаночной стороне, захватываем опять 4 петли и опять вернемся по переду на лицевой стороне. Когда мы закончим наше углубление на спинке, мы уже начинаем уже идти на левую часть. И левую часть то же самое мы начинаем охватывать укороченными рядами наши петельки на спинке. И будем сокращать петли по переду. И здесь тоже мы вот таким образом образуем нашу легкий вырез горловины на спинке. И когда мы и на левой стороне закончим это, мы потом начинаем ввязывать вязание по полукругу и будем образовать наш росток по переду. Вот таким образом, пока не будем закончить наш росток, мы будем сокращать петли и будем вязать вот таким полукругом. Когда мы закончим здесь росток, тогда мы уже будем соединять наш круг и будем вязать опять по кругу. Когда мы здесь оформляем наши вырезы, друзья, мы здесь заодно оформляем и реглан погон с обеих сторон. Накиды возле регланной линии берутся на каждом ряду. И, соответственно, когда мы доходим определенной длины вот этого погона, и здесь начинаю потом оформлять наши рукава. И мы через ряд будем брать накиды для рукава вот здесь. С обеих сторон. На каком-то размере проймы рукава мы здесь должны образовать подрез. Образование подреза тоже имеет свои нюансы. Я вам все на практике подробно покажу. Кто любит реглан погон вязать или кто-то хочет попробовать этот вид реглана, вот я вам все покажу, подробно объясню. И вам будет легче вязать этот вид реглана.